Дорогие друзья, сегодня мы снова в нашем музыкальном клубе «Вдохновение» встречаемся с очень интересными коллективами, артистами-солистами. И наша тема встречи – день премьер. Как вы понимаете, кто постоянно ходит в наши музыкальные встречи, тот знает, что это традиционный день премьер. И каждый год мы вас знакомим с новыми именами, с новыми исполнительскими именами, с новыми сочинениями, с композиторами, поэтами. И вот сегодня у нас такая интересная встреча. Я хочу вас познакомить. Мы сделаем так. У нас будет интересное путешествие по странам мира, по музыке разных стран мира. Нам захотелось так составить программу, чтобы сегодня присутствовали как бы композиторы на нашей встрече разных стран. И начнем мы с замечательной страны Франции. Вот, конечно, французскую музыку мы довольно часто слушаем в наших музыкальных встречах. Но, тем не менее, ту французскую музыку, которую мы сегодня вам предлагаем послушать, она звучит очень редко. И потому мы взяли на себя смелость сказать, что это премьеры. То есть первое исполнение, во всяком случае, на этой сцене. И очень интересный музыкальный коллектив, ансамбль, я вам сейчас представлю. Вы будете слушать музыку замечательной французской традиции барокко, музыка 17 века. И композиторы, которые жили и творили в те далекие времена, они оставили очень яркие страницы музыкальные, специальные страницы в музыкальную культуру мирового музыкального сообщества. И такой композитор, как Рамо, может быть, вы знаете этого автора, может быть, даже кто-то играл. Это великий композитор, клавесинист. И, конечно же, творчество Рамо не могло не оказать влияния на современников. Потому мы сегодня захотели послушать музыку и самого маэстро Рамо, и современников, его окружавших, живших и писавших в те далекие времена. Я думаю так, что, конечно же, не многие музыкальные страницы, которые мы сегодня будем слушать, они не могут охарактеризовать все творчество этих замечательных композиторов. Но мы чуть-чуть только прикоснемся к этому творчеству. Конечно, маэстро Рамо, как один из ведущих французских композиторов-клавесинистов, он оставил след, глубокий след в клавесинной музыке Франции. Но он писал в основном произведения для клавесина, для сольного клавесина, для музыкальных спектаклей, к музыкальным комедиям. И вот представьте себе очень интересный факт. В 50 лет Рамо вдруг обращается к оперному жанру и пишет оперу. Опера, как бы, его опера подытаживала уже творчество самого Рамо. Но вот только в 50 лет он впервые прикасается к этому жанру, многотрудному жанру, очень интересному жанру театральной, сценической музыки. Но сегодня мы будем слушать, естественно, инструментальные произведения Рамо. И я предлагаю вам интересный, очень интересный ансамбль, который возник совсем недавно. С руководителем ансамбля мы немножечко поговорим. А сейчас я хочу представить этот ансамбль. Значит, какие будут музыкальные инструменты, вы мне сами скажете. Музыкант будет входить с инструмента, вы сразу будете говорить, а представляем только имена музыкантов. Итак, инструментальное трио в составе. Юрий Ильин, пожалуйста.
ошибка. Гобой, правильно, гобой. Так, Лев Пономарев. Контрабас. И Игорь Богомолов. Да. Сегодня рояль. Вообще-то в оригинале партитуры многие написаны, как вы сами понимаете, в эту эпоху, эпоху барокко, и должны исполняться на клавесине. Но у нас вот такая транскрипция, есть вариант для рояля. Значит, итак, мы слушаем музыку французских клавесинистов барокко, французского барокко. А начнем мы, конечно, с мэтра этой музыки Рабо. И так будет звучать сарабанда Рабо. Произведение написал современник Рабо, композитор Валентини. Звучит жига. Композитора Детуша будет звучать пастораль.
Вот еще один современник Рамо, композитор Лавиньи. Прозвучит его пьеса «Два тамбурина». Ансамбля к нам на секундочку сюда, пожалуйста. Вот Лев Леонтьевич Пономарев, руководитель вновь созданного ансамбля, потому что идеи эти носились, как я понимаю, давно. И, наверное, не сразу даже сформировался и репертуар, и состав, потому что здесь были много разных вариаций. Наверное. Вот мне бы хотелось узнать об этом. Это первое. И второе, чтобы я хотела вам задать вопрос, насколько музыка не только Франции, но и разных стран располагает вот таким репертуаром для такого состава инструментов. Интересный очень состав. Ну, создание, собственно, ансамбля нашего вызвано повышившимся интересом к камерной музыке, музыке не так широко звучащей. Ну, как сейчас принято на стадионах, там всякий рок, и такой музыки, ну что ли, всеобъемлющий какой-то. А наше влечение к музыке мелодичной, простой, человечной, к той музыке, которая по существу стала классикой, то есть прошла через века, и ну, продолжает волновать, в общем, наши с вами сердца. Ну, мы, начиная вот нашу работу, мы обратились сначала к музыке барокко, но не с тем, чтобы продолжать развитие только в этом плане, то есть основываясь на старинной музыке. Я думаю, что мы будем стараться исполнять музыку всех народов, всех эпох, включая современных композиторов и ну, разных направлений. Ну, само собой, это потребует инструментария. То есть вот мы обратились к инструментам, которые существовали еще в то время. Сейчас для нас это, ну как вот уже вам сказали, это основной инструмент, вот, в данном случае фортепиано, но это был бывший клавесин, развитием фортепианного искусства. Это виолы, так называемые, это то есть те инструменты, да, которые были предшественниками современных скрипок. Вот скажем, сегодня для вас звучал контрабас. Контрабас это инструмент, который сохранил в себе черты той первоначальной виолы. Дальше пошло развитие, это получились скрипки, вышли из этого инструмента, виолончели, ну, альт, как вы знаете. Ну, вот мы решили использовать, поскольку у нас сейчас пока нет виолы, мы вот используем контрабас, и будем стараться использовать такой, да, разновидности инструментов. Отсюда и в ансамбле, видимо, будет участие исполнителей радости. А я очень интересно вспомнила фразу, сказанную великим писателем Рамин Роланом, который, вот я с вами немножко поспорю, потому что он сказал, что великий музыкант Рамо
может быть столь велик, но он все-таки не оставил такого заметного следа в музыке, как, скажем, Глюк. Потому что Рамо в свое время следовал усиленно моде. Вот, между прочим, это замечательная фраза. Потому что Глюк действительно остался и останется в века. А вот Рамо, как и его современник, которого играли, прекраснейшая музыка. Но следование моде, это еще один великий человек сказал, Лист, Ференц Лист, следование моде очень опасно. Оно временно всегда. И действительно это так. И вот показывает уже развитие эпох музыкальных, что действительно остается только то, что очень почвенно с одной стороны в этой стране, что развивает мысль прежде всего как основу произведения. Вот вы со мной, наверное, согласитесь, да? Вот. И то, что характеризует данную народ, данную эпоху. Это очень важно. В частности, конечно же, Глюк оставил очень заметный след во французской, и немецкой и мировой музыке. Но нам интересно знать, на каком же фоне развивался талант, скажем, Глюка, и что было, так сказать, в окружении великого Рамо. Это вот интересный момент. И то, что вы взяли именно произведение Рамо как мэтра, большого французского барокко, и его окружение композитов, которые, может быть, мы меньше всего знаем, это очень хорошо. И это может стать, как мне кажется, основой вашего репертуара, а дальше прорастание в эпохи пойдет. И это очень интересный такой момент. Ну что ж, я желаю вашему ансамблю интересных открытий, новых страниц, и так, чтобы мы это услышали. Спасибо. Программы. Пожалуйста, на сцену. Пожалуйста. Как я вам сказала, что у нас сегодня традиционная, но тем не менее необычная музыкальная встреча, потому что я, как когда мы продумали программу, постаралась построить как бы изнутри взгляд в искусство, и с другой стороны, внешние формы пребывания, так сказать, этого искусства в мире музыкально. И вот одна из форм, мне кажется, на мой взгляд, очень перспективная, одна из форм, в которых действительно музыкант может себя проявить очень творчески и интересно, это форма донесения музыки посредством даже вот техники, потому что техника нам помогает проникнуть в тайны музыки. И я имею в виду, что радио замечательная, вот эта вот творческая такая субстанция, которая нам позволяет услышать многое, то, что мы не слышим вот в нашем концертном зале. И вот радиопередачи — это очень интересная страница творчества музыкантов, которые работают над ними. Я сегодня вам хочу представить очень интересного музыкального журналиста, музыковеда, человека, который любит свое дело, безусловно, человека, который очень творчески относится к той задаче, которая стоит. Обычно, как говорят, мы пропагандируем прекрасное, все прекрасное в искусстве через вот, массовые каналы радиовещания, телевидения. Но ведь можно пропагандировать по-разному. И вот то, как делает Ирина Зимина, я считаю, что это один из очень интересных способов, потому как она обращается к вашим душам непосредственно через музыку, поэзию, минуя вот сегодня в нашем быте, может быть, слишком большое место, и даже в музыкальной стороне дела занимает реклама. Реклама, она двигатель прогресса, как говорят. Но, тем не менее, реклама не может заменить то творческое начало, которое заложено в каждом прекрасном деле.
и в том числе в деле пропаганды страниц искусства. Вот мне думается, что вот здесь имеет место тот случай, когда творчество становится главным. И вот я специально пригласила Ирину к нам в гости, чтобы немножечко приоткрыть завесу на той профессии, загадочной профессии, на мой взгляд, и прекрасной профессии, радиожурналиста, радиомузыковеда, создателя, творца радиопередач. Вот немножечко об этом, Ира. А прежде мы чуть-чуть послушаем начало одной из передач, которая была сделана недавно Ириной Зиминой на Радио России. Передача длилась почти час. Вот те, кто слышал эту передачу, однозначное мнение было, что это они, люди были оторваны от нашей действительности, от быта. От быта. Они вошли в совершенно другую микроструктуру, субстанцию. И это было прекрасно. Но я попрошу дать маленький фрагмент передачи. Музыка инкогнито. Быть может, вся природа — мозаика цветов? Быть может, вся природа — различность голосов? Быть может, вся природа — лишь числа и черты? Быть может, вся природа — желание красоты? У мысли нет орудия измерить глубину. Нет сил, чтобы замедлить бегущую весну. Лишь есть одна возможность — сказать мгновенью «стой», разбив оковы мысли, быть скованным мечтой. Тогда нам вдруг понятна стозвучность голосов. Мы видим все богатство и музыку цветов. А если и мечтою не смерить глубину, мечтою в самых безднах мы создаем весну. Природа, весна, мечта. Таинственный мираж неизменно прекрасного и бесконечно изменчивого, живущий в сознании Константина Бальмонта, мне кажется, так тонко улавливает и почти адекватно передает в «Серенаде весне» композитор Татьяна Смирнова. «Серенада весне» — одна из ее многочисленных зарисовок природы. Мне кажется, что пейзаж, да, пейзаж это прекрасно, если наблюдать его, так сказать, его рассматривать, чувствовать аромат этого пейзажа. Это краски, это сродни живописи, это сродни и поэзии. Но все-таки мне думается, что пейзаж это всегда внутреннее состояние и человека. То есть не просто пейзаж наблюдения, может быть, в музыкальном сочинении, а пейзаж переживаний, пейзаж субъективное начало имеющий. Вот если с этой позиции, то я с вами согласна, что достаточно много у меня пейзажных, так сказать, зарисовок, но они не просто пейзажные. И сквозь призму природы все-таки человек. Все-таки человек, его состояние, его размышления, его внутренний мир. Но через природу. Я бы такой ракурс взяла бы. Ну вот, скажем, в той же «Серенаде весне» голос Гобоя — это голос как бы самой природы. Совершенно объективный голос. Объективный, прекрасный голос природы. А голос виолончели — это уже человек, это состояние человека, это его настроение. Thank you.
фрагмент передачи мне хотелось бы как сделать как прелюдию к нашему разговору. И вот все-таки, Ирина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, ну, я знаю, что вы очень много делаете разного рода передач. То есть каждая передача, она не повторяет другую. Это передачи и о музыке духовной. Это передачи о прекрасных хоровых коллективах. Это передачи о фольклорной музыке, о личности композитора, о личности художника. То есть здесь огромный ракурс тем, сюжетов. Вот что вас привлекает в этой работе и как немножечко о лаборатории, как бы изнутри взгляд, ваше дело. Пожалуйста. Я, честно говоря, не ожидала, что аудитория окажется столь юной. Я думаю, что те передачи, которые я делаю, вряд ли они слушают. Скорее всего, они слушают сказки по утрам, да? Слушайте сказки. Но там тоже звучит музыка. Поэтому разговор не будет уж таким бесплодным. И здесь я немножечко могу рассказать, что здесь делает музыкальный редактор, что это за профессия. И, наверное, в основном смотрят мультфильмы, да, видео. Но иногда, наверное, слушают по утрам, за чаем, да? Вот, и музыка звучит, обязательно сопровождает сказку. И вот я тоже так часто рассуждаю, вот, что это за работа, хотя такой именно работы мне заниматься не придется. Это весьма сложное дело, потому что когда вы смотрите мультфильм, то герои перед вами возникают в том обличии, в котором художник рисовал вам их, и вам только приходится их воспринимать, принимать или не принимать. А радиосказка дает вам возможность немножечко воображать, представлять героев. И вот здесь музыка, мне кажется, вот такой важный помощник, чтобы красную шапочку не спутали с серым волком. Конечно, тут трудится музыкальный редактор много, изобилие музыки, выбирая именно те мелодии, которые помогут вам как-то представить тот или иной образ, раскрыть его и вот дополнить тот ряд видео, можно сказать, видеоряд, которого на радио просто не существует. Вот. А что касается, собственно, работы музыкального журналиста, это немножко, конечно, другая профессия, и, к сожалению, для детей вот таких передач о музыке очень мало. И у нас на радио немножко лучше, мне кажется, обстоит дело с Петербургом. Вот, может быть, кто-то слушает, есть детская передача, где ведущий и мальчик, они в дуэте разбирают там вот оперы, говорят о композиторах. Мне кажется, здесь Петербург как-то впереди, а Москва отстает в этом смысле. Поэтому мне немножко трудно говорить, вот, насколько интересно детям то, что я делаю. Скорее, это интересно родителям, которые пришли из нее, может быть. Извините, я с вами не согласна, потому что, во-первых, дети у нас тоже особо не привыкли слушать разную музыку. И здесь не только дети, а есть уже и юные музыканты, которые сами исполняют произведения, они уже немножко по-другому относятся к миру вообще. А с другой стороны, мне кажется, что приоткрыть возможность вот такую, узнать, как же изнутри создается радиопередача, что там, какие сложности, ведь есть действительно огромное множество произведений музыкальных, с которых надо выбрать только то, что должно открыть вот этот образ, раскрыть. Это очень трудно. Музыкальный редактор должен быть, во-первых, глубоко образованным человеком, широко образованным человеком во многих областях, как мне кажется. А во-вторых, здесь должно быть вот то самое чутье музыкальное, помимо знаний, которое дает возможность раскрыть данный сюжет или сказку, или героя сказки, или героя какой-то повести наиболее ясно и наиболее полно. Здесь, вы знаете, такая опасность. Радиопередача о музыке, если особенно речь идет о современном композиторе, вот она может композитора убить. Если действительно не так, как надо, будет выбран музыкальный ряд, музыкальные фрагменты. Потому что, когда мы находимся в концерте, мы слушаем произведение целиком, и мы способны понять, воспринять его в целостности и оценить. А то, какой фрагмент предложит автор передачи слушателям, вот от этого зависит, можно сказать, судьба композитора, мне кажется. Потому что ведь мы современных композиторов знаем очень мало.
И как писал Берстайн в своей известной книге «Музыка всем», мы живем в удивительную эпоху. В 20 веке мы перестали общаться с музыкой, которая нас окружает, которая создается, так сказать, вот в период нашей жизни. Этого никогда не было в предыдущей эпохе. И сколько бы ни говорили, что современники не поняли Моцарта, Бетховена недооценили, Баха и так далее, все равно ситуация была другой, и это надо понимать. Современники ждали оперу Моцарта, они знали сонаты Бетховена, они почитали Баха, и с этим мы не поспорим. Мы сейчас не знаем фамилии живущих сейчас очень талантливых композиторов. И это, в общем, аномалия. Своего отечества, я не говорю о том, что назовите современного английского композитора или французского. Да, мы отрезаны вот от этой информации. Но мне кажется, мы и сами виноваты. Мы, в общем, мало любопытны, да, ленивы и нелюбопытны, к сожалению. Но это сложная ситуация, и, в общем, однозначно невозможно. Поэтому вот одна из моих передач, которая так и называется «Музыка инкогнито», немножко парадоксально, она и посвящена тому, чтобы вот этот ледяной океан, как говорил Бернстайн, между слушателем и композитором немножко растопить и приблизить к нам творчество существующих, живущих и творящих сейчас людей. Вот вы слушали сейчас кусочек передачи, посвященной творчеству Татьяны Георгиевны. Я не уверена, что все знают ее музыку. Вот вы приходите на эти клубы, скорее не знаете, да? Вот вы можете назвать какие-то ее сочинения, вот кто-нибудь, из детей или взрослых? А? Вот, мы не знаем всех, с кем общаемся. Вот, я считала, например, что это несправедливо, что такого композитора мы как-то мало знаем, мы мало слышим, хотя музыка ее очень живописная, очень красочная, она очень хорошо соединима с поэзией, как вы, наверное, сумели уже ощутить. Вот это тот тип художника, который, мне кажется, таких мало осталось, к сожалению. Сейчас все как-то увлеклись авангардом и еще больше отрезали себя от слушателя. К разговору о моде. Но, к счастью, эта мода проходит. Ее авангарды как-то так вот уже накушались, я считаю. Это перевернутая страница. Вот. Но композиторам, которые стремятся писать музыку живую, да, вот была такая книга, помните, о музыке живой и мёртвой. Там, правда, тоже была перевернутая бочка. Вот. Но вот, в принципе, в этом есть какая-то истина. Есть музыка живая и есть музыка мертвая. Это точно. И вот та музыка, идущая к нашей душе, несомненно, музыка живая, вот ее мне хочется донести до слушателя, чтобы знали и эту музыку, и знали ее создателей. Хотя бы вот каких-то несколько человек, если я успею по своей жизни представить, это уже, наверное, будет хорошо. А что касается, собственно, процесса создания передач, но тут я, наверное, это сложный процесс, и я обращусь к мультфильму, который может быть и детям, и взрослым понятнее. Если помните, был такой мультфильм, посвященный кино. И там такая песенка звучит: «Профессий много, но прекраснее всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал». И показывает сценариста, который печатает сценарий будущего фильма. И тут стоп, слова кончились. Значит, дымок от его сигареты обвивается вокруг его шеи, и он готов уже вешаться на этой петле, но тут появляется муза и спасает положение, он продолжает печатать. Ну так вот в судорогах нервных рождается сценарий. Вот примерно так же и рождается радиопередача. Это такой же, в общем, сложный творческий процесс. Живое дело. Живое, да, и очень мучительное, как и, наверное, создание музыки. В общем, писать о музыке так же сложно, наверное, но не так же сложно, менее сложно, но все-таки достаточно сложно, как писать ее. Вот, и вот я думаю, что вы, наверное, заметили, что у нас мало передач о музыке, вот мало их. Мало передач о серьезной музыке, о классической, о современной. О музыке и поэзии, потому что вот это тот же ракурс очень интересный. Музыка в сопоставлении, в проникновении в поэзию. Тоже очень интересный ракурс. Таких передач очень мало. Ну вот почему-то их создается мало. И, конечно, заполонила весь эфир музыка другого жанра, хотя это неправильно. Когда-то я разговаривала с одним композитором и говорила, что... Так мы рассуждали на тему, какая музыка имеет право на существование вот в эфире, в эстраде. И он говорил, что, ну я пыталась ему возразить, говорю, что во все эпохи была музыка развлекательная, в которой танцевали, развлекались, а была музыка серьезная, которую приходили слушать в залы. Он сказал,
сказал, конечно, всегда это было, но никогда музыка развлекательная не занимала такого объема и масштаба, никогда не занимала такие огромные эстрады, как сейчас произошло. То есть мы перевернули пирамиду ценностей и сами же от этого страдаем. И вот эту неправильную аномальную ситуацию, конечно, надо как-то поворачивать. И почему я, в общем-то, немножко уповаю на радио, все-таки это большая аудитория, мы надеемся. Вот наш канал, он первый Радио России, он дал слушание, поскольку это такая сеть, первая кнопка. Поэтому я надеюсь, что какое-то количество слушателей могут услышать музыку благодаря вот передаче музыкальной и узнать о ней, композиторах узнать. Может потом пойти в концерт или купить пластинку. Или потом... запись послушать. Или запись какую-то послушать, да. Поэтому, вот несмотря на то, что к нам может быть отношение не такое почтительное, как создателям урок-программы, но все-таки я имею в виду во всем процессе. Иногда мне приходится бороться, доказывая, что музыка духовная или там, музыка органная должна звучать в воскресенье или в субботу. Почему нет? А мне говорят, что нет, это очень элитарно, это пускай где-то вечером звучит. Кто захочет, тот послушает. Мне это кажется странным. Хотя ситуация такова. Так уже мозги большинства людей, которые определяют да, вот политику музыкальную направленную, Ирина Евгеньевна, я с вами совершенно согласна в ваших основных таких мыслях. Вот. Единственное, мне кажется, действительно парадоксальная ситуация та, что в те века, не имея столь оснащенности технической, музыка была ближе к современнику, к слушателю. А в наше время, в наш век, когда очень много может сделать техника для приближения, она как бы удаляет. Вот это действительно парадоксальная ситуация. Но я думаю, что все же таки такие люди, вот как Ирина Евгеньевна Зимина, их немного, но они делают огромной важности дело для каждого из нас. И дай Бог, чтобы у них было к тому влечение, здоровье, для того, чтобы ближе к нам было то прекрасное, что создается не только в наше время, нашими современниками, но и в далекие времена. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше замечательное дело. Спасибо. Я вас попрошу остаться. А мы сейчас продолжаем нашу программу, и вот сейчас мы перенесемся тоже в другую эпоху. Мы сейчас перенесемся в Россию XIX века и обратимся к творчеству гениальнейшего русского композитора, которого мы очень довольно-таки часто все-таки слышим и в наших программах, в наших музыкальных собраниях. Андрюш, я вас попрошу здесь сделать, пожалуйста, инструмент, поднять крышку, вот Капитера убрать, а поднять, которую мы очень хорошо все-таки знаем, но оперная, в основном оперная, я имею в виду Михаила Ивановича Глинку, имя которого, перед именем которого преклоняются многие музыканты и до сих пор, например, не остается секретом, что современные композиторы, беря партитуру Михаила Ивановича Глинки, до сих пор поражаются партитуре. Насколько это изумительно сделанный композиторский труд, услышанный во всех тембрах музыка, сбалансированная во всех отношениях партитура, и до чего же она красочна. Каждая партитура Глинки – это словно сокровище, которое раскрывается во все века постепенно, и у которой учатся многие поколения композиторов и до сих пор. Так вот, мы сегодня услышим одно сочинение любопытное, которое редко звучит, то есть почти не звучит. Это соната, созданная Михаилом Ивановичем Глинки. Глинкой уже в 1825 году он начал над ней работать, в 1828 году он ее завершил. Но завершил не в том ракурсе, которым, возможно, ему хотелось. Он так ее назвал «Неоконченная соната». Неоконченная соната для альта и рояля. И несколько версий у этой сонаты есть, у этого очень интересного сочинения. Вот одна из версий сегодня прозвучит.
прозвучит в исполнении другого инструмента. Вместо альта будет звучать кларнет. Тоже прекрасный инструмент и, по-моему, тоже немножечко не раскрытый, потому что возможности этого инструмента чрезвычайно велики. Но тут загвоздка в одном. На кларнете должен быть, как и на всяком другом инструменте, таком трудном, играть замечательный музыкант, который раскрывает эти возможности. Очень трудный инструмент кларнет, очень коварный, но очень выразительный. При всем при том, инструмент певучести необыкновенной. А мы знаем, что глинкинская музыка, она необыкновенно певучая. Во всей своей фактуре это все голоса поют. А вокальное начало, потому что Михаил Иванович Глинка, как вы помните, он был еще прекрасным певцом. Помимо того, что он был композитором и замечательным пианистом, он еще был прекрасным певцом. И вот у него все, вся фактура фортепианная и кларнетовая необыкновенно насыщенно певучая во всех своих голосах. И вот фрагмент этой сонаты мы сейчас вам покажем. Я хочу вас упредить, что будет довольно любопытный такой ракурс. В следующем нашей встрече, будет звучать это произведение, написанное для альта и рояля. Но, и вот здесь большое «но» очень интересное, доработанное современным композитором, и уже отметается слово «неоконченное». Она будет завершенная соната. И вот, вот эту работу, над такой вот скрупулезную работу, над очень интересным материалом Михаила Ивановича Глинки, но сделанным современным русским композитором, мы послушаем еще раз. Так что внимательно слушайте то, что сейчас эту версию не окончена. И в чем это будет работа, мы тоже в следующий раз с вами поговорим об этом. Я хочу пригласить на сцену солиста оркестра прекрасного, очень интересного коллектива сейчас, театра «Новая опера» под руководством Евгения Колова. Вы наверняка слышали об этом театре. Это один из самых интересных сейчас, на мой взгляд, коллективов. Солист оркестра Борис Сокол. Пожалуйста. Значит, будет звучать фрагмент неоконченной сонаты Михаила Ивановича Глинки. Вторая часть. Thank you.
Не правда ли замечательная музыка? В каждой своей линии очень русская, певучая и вместе с тем традиции, традиции, великие традиции русской доглинкинской эпохи. Вот здесь очень хорошо слышны. Ну, теперь еще один очень интересный ракурс будет у нас в нашей встрече. Мы будем слушать, и не только слушать, но и смотреть музыку Чайковского, Петра Ильича Чайковского. Все-таки вот традиции, как мне кажется, музыки Чайковского, традиции Петербурга, отложили очень такой глубокий след на его музыке, хотя Петр Ильич Чайковский считается все-таки московской композиторской школой. Но мы можем вспомнить, что все-таки он учился в Петербурге, учился и, кстати, в 1862 году открывшаяся Петербургская консерватория одним из своих первых учеников имела Петра Ильича Чайковского. Да, и потом еще преподаватель. Так что здесь, мне кажется, в его музыке, и вот особенно в балетной музыке, и в частности в «Щелкунчике», вот эта традиция очень чувствуется. И еще мы будем сейчас говорить об очень интересной еще одной профессии, которую, может быть, мы не всегда представляем себе хорошо. Это о профессии балетмейстера. Тоже очень интересная профессия. Я хочу пригласить на сцену дипломанта международного конкурса балетмейстеров и конкурса терпсихоры Татьяну Сердюкову. Я хочу попросить на сцену. Пожалуйста. Андрей, пожалуйста, уберите. Да, Татьяна. Хочу сказать о том, что будет. Значит, мы увидим и услышим несколько номеров из балета Чайковского «Щелкунчик», поставленные Татьяной Олеговной Сердюковой. Вот коллектив, который сегодня к нам пришел, это, казалось, тоже не традиция пока что, но, может быть, будет традицией. Это музыкальная школа, которая имеет свой хореографический коллектив, свое хореографическое отделение. Да, и вот, значит, в этой школе делает очень интересное дело балетмейстер Татьяна Олеговна Сердюкова. Руководитель этого хореографического отделения Владимир Павлович Сердюков, значит, является и художественным руководителем, и репетитором, балетмейстером, да, педагогом этой школы. Вот, и я хочу попросить Татьяну Олеговну немножечко два слова сказать, в чем же конкретно выражается работа балетмейстера, постановщика. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас. Я уже не первый раз на заседании клуба «Вдохновение». Благодаря вниманию Татьяны Георгиевны, я очень благодарю ее за это. И очень рада встрече с вами. Сейчас я вам попробую очень кратко рассказать об этой интересной и сложной профессии балетмейстера. Ну, балетмейстер в переводе с немецкого означает «мастер балета». Это автор, это сочинитель хореографического произведения. Так как композитор сочиняет музыку, так балетмейстер сочиняет хореографический текст балета или концертного номера, или это может быть сцены в опере, или в оперете, или сцены, или отдельные танцы в драме. Сейчас круг работы балетмейстера очень расширился. Вы знаете, что сейчас балетмейстеры работают и в кино, и на телевидении, и в спорте, и в цирке. Ну, что мне хочется сказать. Работа балетмейстера, она по-разному может начаться над каким-то произведением. Допустим, может возникнуть это из прочитанного литературного произведения, или какого-то исторического факта, или то, что балетмейстер, как и художник, и композитор, увидел в жизни. То есть его круг, жизненный опыт его наталкивает на определенную какую-то тему. И начинается создание сценария, то есть либретто, балетного либретто, где вкратце в литературной форме пересказывается сюжет,
содержание данного будущего балета. Когда написано либретто, его обычно пишет или сценарист, или даже чаще всего сам балетмейстер сочиняет, или совместно со сценаристом, драматургом это делается. Когда уже готово либретто, тогда композитор приступает к сочинению музыки этого спектакля, или концертного номера, или то, что нужно по задумке балетмейстера. Композитор работает над музыкой, художник рисует эскизы костюмов, декорации будущего спектакля. Ну и вот когда готов музыкальный материал, балетмейстер непосредственно приступает к сочинению хореографического текста. То есть он сочиняет движения будущего спектакля. Все движения должны соответствовать образу, который он задумал вывести на сцену, характеру, обстоятельствам, времени, эпохи. То есть очень большая работа проводится балетмейстером по созданию хореографического спектакля. Непосредственно в создании балетмейстер сотрудничает и с композитором, и с художником, и с драматургом. И когда начинается, конечно, самая большая уже работа непосредственно постановки, это когда балетмейстер встречается с артистами балета, которые являются самыми главными по существу исполнителями того произведения, которое должно родиться на сцене перед нашими глазами. У каждого хореографа свое представление о каждом образе. И мы можем увидеть, что даже один и тот же спектакль, постановки разных хореографов уже по-другому нами может быть прочтен. Это все зависит от того, как хореограф задумал определенную роль и ее выстроил. Вот он встречается с артистами балета, он непосредственно сам показывает каждое движение, которое он придумал. А это говорит о том, что балетмейстер сам профессиональный артист балета. Он проходит школу полностью, школу обучения классическому танцу, народному танцу, историко-бытовому танцу. А сейчас еще добавились современные направления, такие как джаз, степ, модерн, несколько направлений. Все это осваивается хореографом, переплавляется в его воображение и подается уже в его сочинение, соответственно, его спектаклю, его задумки. Ну вот уже репетиции в зале, как мы говорим, закончились в балетном зале. Спектакль переносится на сцену, где уже параллельно с постановкой спектакля работает оркестр. То есть у оркестра есть партитура, которую ему композитор предложил. И идет вот это параллельно. Технические цеха готовят декорации, готовят костюмы. Световая аппаратура готовится к тому, чтобы подобрать определенный свет, чтобы это было красиво, чтобы это было зрелищно, потому что театр – это синтетическое искусство, как вы знаете, и надо, чтобы в нем было очень много красок. Ну вот, практически я вкратце вам вот так могу рассказать, что же, из чего складывается наша работа. Но, конечно, подготовительная работа для того, чтобы создать это произведение, она колоссально большая. Но иногда уходит на это даже не один год, чтобы переработать весь материал исторический, все, что связано с этим временем, литература. Балетмейстеру приходится очень много проводить времени в музеях, чтобы найти то, что соответствует его времени, которое он хочет показать в этом спектакле. Ну вот, мне кажется, что вкратце я могу вам рассказать, но что профессионально готовит балетмейстер в наших высших учебных заведениях. Сейчас это и Институт театрального искусства, сейчас он переименован, Российская академия театрального искусства. Это Петербургская консерватория Римского-Корского, там есть балетмейстерский факультет. Сейчас есть и при хореографическом училище Институт культуры, Институт танца, я не знаю, как он сейчас, академия, может быть, тоже называется, при хореографическом училище, где тоже готовят и педагогов, и балетмейстеров.
Но вот эта профессия, она делится даже на некоторые такие, что ли, разные подпрофессии. Потому что вот если мы говорим, что балетмейстер, это еще не значит, что это только тот человек, который сочинил вот данный балет. У нас есть такое подразделение, что ли, вот если балетмейстер, его часто называют хореограф, то есть автор непосредственно сочинения этого спектакля, это автор. А есть балетмейстер-репетитор, это тот, который репетирует созданное балетмейстером, хореографом, автором произведения. Так что вот у нас такое есть в нашей работе. Ну вот, а сегодня я пришла не одна, как вам сказала Татьяна Георгиевна, я пришла с молодыми исполнителями, это ученики хореографического отделения музыкальной школы номер 21 города Москвы. И мы подготовили, чтобы показать вам хореографическую сюиту из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Немного я могу рассказать вам об этом балете, но вы его, конечно, все видели, и даже не один раз, возможно. Я не буду пересказывать сюжет этого балета, я только скажу, что это взята сцена, когда Маша и принц попадают в сказочную страну, город сладостей Конфитюренбург, и там их встречают приветливо феи сказок и ожившие лакомства. То есть это чай, кофе, шоколад, взбитые сливки. Вот сейчас я расскажу, кто будет танцевать у нас эту сюиту. Значит, испанский танец, он шоколад, Карпенко Вика, Никитин Женя. Арабский танец – кофе, Халтурина танец – Стеклов Андрей. Китайский танец – Анаприенко Лена, Алешин Сергей. Русский танец – трепак взбитые сливки, Кириллова Элина, Легошин Дима. Концертмейстер Марютина Екатерина Константиновна. Ну вот мы сейчас для вас танцуем.